иди! Ближе! Андрей Константинович, поле как там? Потому что некоторые ребята говорят, что не особо. Поле, конечно, видно, что уже на нем достаточно долго тренировались. Так-то оно ровное, но травы уже не хватает, скажем так. В качестве игрока можете вспомнить самый сложный сбор в карьере? Наверное, в Португалии, вот, помню. 2 недели в Швейцарии с Бенфикой, это были сборы у Пумана. Я столько в Украине не делал. Там было очень сложно. Беговой работы много? Очень много бегали. Фартлек и скоростной работы. Проделали практически без выходных. 2 недели каждый день. Выходной была эта игра. Вот. По матчу с Чайкой 3 красных. Был разговор какой-то с ребятами? Сказали, был разговор, естественно. И главный тренер поговорил, и президент клуба поговорил. Надеюсь, ребята, в принципе, правильно поняли информацию, которую им дали. Поэтому, я думаю, в будущем этого не должно повториться. А почему на сборах такие жесткие игры часто бывают? В том году попадалось такое, в этом? Ну, сборы, вы понимаете, все играют на усталости в основном. Эмоционально очень сложно. Чуть задел, начинается ты меня, я тебя. Там. Поэтому судья где-то не так свистнул. И начинает слово за слово. Это, конечно, недопустимо даже на сборах. Это надо пресекать сразу, потому что, ну, понятно, что тяжело, но надо терпеть. И в чемпионате могут разные быть и судейства, и игры, и как объективные, и так и не очень. Поэтому это часть футбола, и надо просто спокойнее к этому относиться и стараться не получать так много ненужных карточек. Много футбола смотрите вообще, не ФНЛ, не российского? Ну, в принципе, достаточно. Какая лига лучшая в мире после ФНЛ? Не, ну это сложный вопрос. Если бы сказали лучшая лига, вообще это ФНЛ. Вообще не смотрит футбол. Даже сейчас двусторонка. Да, потому что ребята меня наконец-то вот за 7 дней первый раз подошли. Я им не интересен просто был, поэтому вот наконец-то их словил и решил дать интервью. А вообще, ну конечно, АПЛ, это английская премьер-лига, моя любимая, так скажем. Потому что там никогда ничего не понятно до конца игры. Вечера на сборах как проводится? Вечера, ну, как правило, в обсуждении, планировании, просмотре. Рабочие процессы, ничего такого.